По своей, собственно говоря, она мне нравится. Я всем говорю, что это от того, что там картинки хорошие, а картинки там действительно замечательные. Это первый месяц, а потом так нравится. А потом, да, читайте 47-й страницы, я помню, да. Митя запрещал читать свою книжку с самого начала и говорил, нет, вы ее читайте, но с 47-й страницы скромничал. Ну вот. А я теперь из этой книжки, не из Митиной, к сожалению, а из своей, почитаю. Ты пишешь, как ложится снег, легко и ангельски красиво. 15 лет я пел весне, а сам-то совершенно зимний. Грустят небесные песцы, и палочкой на редкость тонкой на непокорные листы кристальные наносят строки. Какой-то внесезонный жар, и снегирем глядит синица. Полузабытая душа под серым куполом томится. Пожалуй, вызовешь врача посетовать на тяжесть в легких, на то, что песня горяча, как чечевичная похлебка. Одетые кто в шорты, кто в трико, коты штурмуют тертую столицу. Что толку в планетарии крутиться, уедешь в электричке далеко ли? Иное звезды, плазменный парад, заиндевелый космос тихо тает, когда котами, жаркими котами, вселенский вакуум полнится с утра. Кино немое, черный пластилин и белый снег. Под музыку столетий идут коты, невинные, как дети, непостижимые, как карта вин. Что белый день, что чай святой, гармония недостижима. Мы купим старый шапито под маркой нового Шекспира. Мы стены уберем в шелка, над буквами расставим точки и книгами заполним шкаф, но кто нам карандаш заточит? Был нерабочий зимний день, ты пела голосом хрустальным. Варился кофе на плите, и кошка на пороге спальни шершавым ярким языком пророчила гостей ненужных. Я знал, красиво за окном, но не выглядывал наружу. Я читать буду наугад, в книжке нет хронологии, у меня есть тематика, но какой-то вот, мне кажется, что можно в произвольном порядке ее читать. Читай с первого. А первое я уже прочитал. Читай дальше. Дальше, ну, хорошо. Ну, издателя ну, надо слушаться, издатель плохого не посоветует. Срочно с одной страницы. Да. Да. А это занятно, кстати, когда из зала наугад говорят номер страниц, а читающий читает послушно. Это можно попробовать. 77-ю. Есть только 7-ю. Барабанщик хренов, больной мечтатель. Я сижу в тюрьме в самом южном штате. Я лежу в больничке, на то и ум, и письмо пишу в санаториум. В нем хвалю погоду, ругаю цены, обсуждаю модных коллег по цеху. Говорю, что лихим оказался май, что целую и как вообще сама. Передам на волю с одним поэтом. Он свое отбыл, он теперь балетный. Говорить с ним не о чем, он дебил, а теперь загордится, мол, вон где был. За мое же мне тут сидеть до смерти. И белки желты, и скуднул заметно. Износились брюки, пора зашить. И еще отбирают карандаши. Так что строчки ложкой по серым стенам, облаками в небе, везде, везде, на голом теле, на деснах, на радужке, на надорванном старом дреном движке.